Всем привет, друзья! Бультерьер едет на рыбалку. Сегодня у нас место оффроуда рыбалка. Через 200 метров плавный поворот направо. Кирпичи тут на дороге. На БХ-7 едем. У вас тут не нужен. Есть дорога. Есть парковка. Плавный так плавный. Вот кто-то себе что-то построил тут нормально так. Через навигатор так ведет. Поверните направо. Сейчас, Булька, будешь уху есть. Или паштет. Вон такие у нас места жирные в черте города. Просто бомба. Поверните направо. И людей почти нету. Погода 20 градусов ровно. Не знаю, видно, наверное. После дождей стал правильно у меня показывать температуру. Блин, отсвечивает. Но вид классный из окна. Ами, смотри в окно, что ты на меня уставилась? Какой-то у тебя понурый вид такой. Да, давно я тут не был. Все, кто живет в Киеве, в основном в этих местах бывают редко. Мы их видим из окна, едучи или по мосту, или по набережной. Из окна автомобиля. Да, в детстве бывали тут как-то чаще. Да, изменилось немного. Деревья больше, площадки добавились, а так... Тот же Днепр, тот же берег, та же Лавра. Что тут скажешь? Тут что-то тоже. Какие-то объекты. А это МЧС. Вот такая красота. Никого нет, одни рыбаки. Вот уже и банда видна. Ваше рыбаки. Находится справа. Рыбаки, фотографы и спортсмены. Вон даже Range Rover есть сегодня на покатухе у нас. Блин, я туда могу не доехать. Такая дорога непростая для этой машины. Grand Cherokee свежий. Ассортимент машин растет, пока... Пока меня не было. Вот такая красота. Так, а вот и стрела. Да. Там винт где-то, ведь Аврил должны были срезать, где-то лежит он. С валом. Да, плоховато видно. Блин, не могли раньше приехать. Андрюха, на рыбалка удалась или нет? Сколько килограмм ты поймал?
Ами. Где Ами? Ами. Что, ты на охоте была? Что-то облизывается, съела кого-то, наверное. Потому что уже не лают те собаки, да? Сколько килограмм ты поймал сегодня? Сегодня? Ну, если все вместе посчитать, килограмм, наверное, 17,5. Ого! Да. Ну, что, мы по-серьезному подготовились. Команда у нас такая серьезная, хорошая сегодня была. Да. Все на внедорожниках. Ами! Ами! Ами, ну не приставай. Бультерьер. Они все тебе рады. Ходит по берегу, обход территории делает. Охраняет. Порядок, помогает порядок. Да, вид красивый. Будем ехать домой. Рыбалка прошла удачно. Да, это фолловерам рассказываешь? Да. Привет, фолловеры. Вот такие у нас бывают, не только покатушечные. Такие... О, вот он как раз добычу вытаскивает. Рыбатина, Ами, ко мне. Как раз рыбатина споймалась. Одна из любимых наших. Так что бывает у нас вот такого типа. Ого, какой улов у тебя сегодня. Посвети, так, плохо видно. Присоединяйтесь. Да, огромная рыба. Всегда рады посидеть, поболтать у костра. Да, пейзажик. Пейзажик зачетный. На этом месте я люблю летом. Не знаю, говорил вам, еще не говорил. Люблю летом здесь приехать. А что, тут и зимой хорошо. Вечернее время покупаться. Не, ну покупаться просто что не получается. Зимой? Получается. Чего? Если по льду идти, то получится. Да, так тоже льда не бывает. Не бывает? Ну, нет. Так... Не, бывает, когда зима есть просто. Когда нет зимы, тогда не бывает. Очень редко, да. В общем, вот так провели мы время. Так что пишите, может вам нравится такой формат, вернее и такой формат, кроме оффроуда, где мы сидим, беседуем, наши хобби показывать, которые кроме оффроуда у нас есть, мы всесторонне развиты, ребята. Мне нравится, как ты добычу снимаешь. Да, видишь, червячка не было вообще поклевки, что-то сегодня толком бычки, короче, такой маленькая плотвичка, такой карасик. В общем, не очень сегодня у нас рыбалочка. В общем, как в прошлый раз вообще не погода была полная. Ну и к чему? В общем, подскажите нам, что интересно, что неинтересно. Мы будем посвящать, потому что у нас много интересных. Мы и в бильярд любим играть, и в боулинг, и на картингах кататься, и в аквапарке дуреть. Чего только у нас не бывает по закадрам. То, что не попадает Руслана на видео. Разных хобби там, я не знаю, для всех, наверное, будет радиолюбитель, люблю. Радио слушать. Радио, это ностальгия. Около 100 штук? Да, около 100 штук старых мобильных телефонов. Но это не полная коллекция, к сожалению, часть коллекции была потеряна. Где ты потерял, в лесу? Ну, да, можно сказать, что да, она осталась там, в общем. Ами, ну не помогай мне. Бультерьер залез в кадр. Вот. Так что я... Стоять! Выходными, зимними вечерами. Распутываешь шлёстку. Люблю ремонтировать мобильный телефон, а также радиолюбитель. Есть радиостанция, у меня, но редко уже этим занимаюсь. Болтаю с разными городами, странами по радиостанции, связываюсь. Вот, в общем, так подожди, у тебя 100 телефонов, ты можешь по телефонам связываться. Да, радиацию все включили одновременно устроить. В общем, разное. У нас есть хобби, которые кто-то футболом увлекается, кто-то еще чем. Кто-то на гитаре. Кто-то на гитаре, кто-то на нервах. Кто-то на барабанах. Ну вот, поэтому... У тебя есть барабан? Конечно. Гарик зовут, так барабанят на всех. Не успеваешь записывать, а ну, карандашик, блин, заканчивается. Такой кадр был, я не успел сфоткать, как вы с бультерьером смотрите в воду, да, вдвоем. Вместе медитируем и ждем рыбу. Вот, в общем,
короче, есть такого классных всяких увлечений у ребят много. Можем так встретить, ну, когда встречаемся, их освещать. Ну, чтобы... Боже, или чисто оффроуд. Будем долбить вам, да и все. Собственно. Оффроуд — это хорошо, конечно. Да, классно, объединяет разных людей по разным интересам. Мы сегодня общались, там, вот Джека говорит, давно я на лодке не выходил, не тот самый. Оффроуд. Из-за оффроуда забыл про лодку. Хотел лодку купить, но не купил, блин. Из-за того, что, ну, как бы некогда, один оффроуд, не то, что там, я понял, что, блин, некогда. Ами. Так что оффроуд, connecting people. Ну, как мне когда-то сказали про оффроуд, это, ну, про трофи рейдер. Про GPS-ориентирование, я люблю только GPS-ориентирование. Кто любит? Я. Я только его не люблю. Вот, ты не любишь, понятно. Я люблю, у меня адреналин с картина только появляется, там галена все. Вот. По лесным дорожкам. Да. Ами, иди сюда. И? Вот. Чему это? Короче, в общем, скажите, что вам интересно, будем освещать. Будем планировать... А, про пословицу. Ну, про пословицу, что ли? Сказать, что трофи-рейды тянутся легко, бросить тяжело, как сигареты. Начать легко, а вот бросить тяжело, это есть такое, действительно, что даже приезжаешь на покатухи на какие-то, на лайтовые, думаешь, так, пройду по лайтику, там чуть-чуть, не буду рубиться, чуть-чуть, и в итоге ты там едешь уже с отломанными крыльями, гонишься за какие-то вторые-третьи места, борешься, выбарываешься. Иди сюда! Какие-то... Ко мне! Спортивный адреналин, азарт приходит, и ты начинаешь уже гнать на все. Забыл, что тебе машина нужна, завтра на работу ехать. Думаешь, что ты... Какая работа уже, да? Да, уже все, уже гонишь как черт. Это знакомая история, да? Люди приезжают на стоковых автомобилях и говорят, а мы тут с краешку попробуем где-то, и потом... В всякий случай приезжали люди на каких-то аутлендерах, приезжали, я помню, там Серега приехал на аутлендере. Заклеивал его на GPS-ориентирование, участвовал. Чтобы не поцарапать, да? Чтобы не поцарапать, да. И понял, что машина не та, результаты получаются. У них получилось, ну так, насобирать, знаешь, там, попасть в какую-то турнирную таблицу, условно, с сильными соперниками. Купили они крузак, потом долбили. В общем, много историй таких классных, которые там показывают, что люди зажигаются, каких-то крузотеров. Он некоторые на УАЗах ездили, два УАЗ-завода. Вот. Где, где? Да вот, ребятки, подошли. А вот это УАЗ-заводы? Да, начинали, да, когда-то. Да не было у вас УАЗов, что вы рассказывали. Когда у тебя? Мы не застали, да? На танковый еще с вами катался. Да не было у тебя. Я тебе видео скину, у меня еще там яйца сзади были. Да? Да. И со слепым я катался один раз на поезде. Да убили они на УАЗах, аж дорогачки. Ну, у Вити не было точно. Как это у Вити? Когда? Морды на УАЗ был. Да? Самой морды? Завод. В идеале был. Видишь, они же, да? Они же рядом и сидят. Поэтому. Так как, а, да? А я смотрю, а ты в стороне их обходишь. А я, ну я же с УАЗами, ты знаешь, как и с... Ты сразу с десятки перепрыгнул, сразу на Хаммер перепрыгнул. Не, ну почему? Были разные опыт у меня жизненный на УАЗах и на Нивах. Как бы отъездил немало, штурманил на них. Ну, мне эта техника не нравится, ненадежно, ты теряешь, как бы, ну, базар, соревнования, готовишься. Не авантюрист просто. Не успеваешь с УАЗами жизни. Не знаю, не авантюрист. Бультерьером ел почти с одной тарелки сегодня. Да. Поэтому я немного ими недоволен, скажем так. Не знаю, Нива надежная. Вот я знаю, красная Нива хорошая. Я тоже десятки Нив. Знаю десятки экипажей, которые ездят. Ну, вот мне почему-то я понял, что... А, слышишь, там просто педалей много. Кстати, да, три. Ноги педали. Две, а педали это три, да, педали, поэтому три. Ты теряешься. Да, ты садишься, куда ты такой, тут все тут нажимать. Вот, вот. Нет, был опыт вождения и такой достаточный. И, ну, просто выбрал себе, что если захочешь порубиться, прямо рельзи, полазить, поползать, ну так, пожалуйста, иди штурмани там в штурманом какой-то такой тяжелый класс, долбись там. Да. Вот, можно там надолбиться, так что плохо потом будет. Вот и все. Ну, она такой машине, ты понимаешь, ее уровень подготовки. Ну, и стараешься не сильно лезть, конечно. Хотя было и притапливал багажник, и... Когда ты багажник притаплил? Да. То давно когда-то. Да, было такое, что
Думал, что на десяточке, да? Не, ну оно, может, он ехал нормально, нормально, как бы. Она же двигатель тоже едет? И едет тоже. Поэтому что есть, можно. В общем, всем пока. Рыбалка завершена.